Если раньше несанкционированная торговля ягодами, фруктами и цветами была уделом пенсионеров, то сегодня главными героями стихийных базаров становятся молодые женщины и мужчины, не желающие платить налоги. Этим летом выросло не только количество торговых точек на асфальте, парапетах и бордюрах, но уровень хамства таких продавцов. Вам полчаса назад сказали, убирайте продукты. Вы стоите и курите, ходите с кругами. Вы их фотографируйте, пожалуйста. Купите камеру. Нет, но вы на камеру не ходите. Как ваши, так и нельзя. Их прогоняют, они возвращаются. И еще каждый день находят новые места, торгуя с машин возле крупных магазинов и остановок общественного транспорта. Сегодня торговля на восточном рынке и рынке привоз организована на достойном уровне. Личные подсобные хозяйства предлагают свежие и качественные продукты в широком ассортименте. Однако недобросовестные продавцы продолжают устраивать стихийные базары. О том, что несанкционированная торговля запрещена, уличные торговцы знают, но упорно продолжают стоять на своем месте. Только за последний месяц за нарушение правил торговли было составлено 90 административных протоколов. На тротуаре возле рынка привоз идет бойкая нелегальная торговля. При появлении на горизонте сотрудников в форме продавцы поспешно собирают товары. На нелегальных предпринимателей составляются протоколы. К сожалению, даже заплатив штраф, уличные бизнесмены возвращаются на свои насиженные места.